Мне крайне непросто предлагать тебе такое. Но мы с тобой давно знакомы, и я надеюсь, можем друг другу как-то доверять. Работать или отдыхать? Надеюсь, и то, и другое. Ну уже, дай проехать. Да что с тобой? Добрый вечер, вы один? Вижу, у тебя неплохо с математикой. Судя по протоколу, автомобиль был неправильно припаркован. Папа. Папа. Что такое? Как зовут ту длинноволосую девушку? Какую? Ту брюнетку с твоей работы. Из-за этого гада умер твой отец, а ты собираешься с ним разговаривать? Я же говорил, разметка была стерта полностью. Ты что, паскуда, вытворяешь? Урод чертов! Что такое? Сними это, Нестор! Черт! Какая агрессия? Скажите, где вы видите агрессию? Я же совершенно спокоен. Дикие истории.